Вы смотрите новости. Ни одна из 15 построенных в прошлом году амбулатории не принята на баланс управления здравоохранения из-за дефектов. Об этом на брифинге сообщил руководитель сферы. Отделочные работы пришлись на зиму. Несмотря на сдачу объектов, на баланс управления они не приняты. Есть недостатки. Сейчас их устраняют. И только потом мы возьмем на свой баланс. В этом году в рамках нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» будут построены 9 врачебных амбулаторий и 2 фельдшерско-акушерских пункта. Также рассматривается вопрос открытия реабилитационных центров в Жанахурганском и Аральском районах. Планируется модернизация преобразования больниц Аральского, Казалинского, Щиилийского и Жанахурганского в межрайонные многопрофильные учреждения. В этих районах будут аппараты КТ, МРТ. Не нужно будет ехать в областной центр, ждать очереди по 2-3 месяца. Все эти обследования можно будет пройти в районах. Еще одна новость. В течение шести лет из-за выхода из строя МРТ областной многопрофильной больницы пациенты направлялись на обследование в частные клиники. Проблема решена. Приобретена новая установка. Аппарат будет подключен в конце этого месяца. Также при многопрофильной больнице будет открыт перинатальный центр на 70 коек. Лемар Ирибаева, пеша Пешасарала, Ерки Буланшов, Кембаев, телеканал Кслорда.